Я стою на территории 16 микрорайона города Караганды. Там впереди теплотрасса проходит внутри микрорайонные. И за той стороной проезжей части находится 15 микрорайон. Здесь 16 микрорайон. Этажные панельные дома. Здесь тоже просторно. И это 16 микрорайон. Дом номер 2. Ну, вот тогда по той стороне по периметру. Справа 15 микрорайон теперь по ходу. Слева 16. Сугробы снежные. И там двухэтажные маленькие одноподъездные домики. Ну, скорее всего, это было построено тогда, когда еще старый Майкудук находился там, и жилье там было. Сталинской или ранней хрущевской постройки. Обычно широкий, просторный, один подъезд.